красками Перми, заслуженные ученики России, почетный гражданин города Перми и Кировской области, Людмила Павловна Сакхарова. Кисть, посмотрите, стой. Локоть висит, это висит, и еще. А зачем ты занимаешься-то? И большой палец туда, а указательный сюда слепла. Где будет мизинец, я сказала. Что она делает неправильно? Вот ты зачем соединяешь? Что ты не понимаешь? Туда встанешь? Подвинься. Там. Ты не понимаешь, что я говорю? Что тебе по классике? Три. Три. Ну, правильно, три минус надо. Ты посмотри, вот рука держится вот так. Ну-ка, лицо поменяйте. Оденься и сядь. Со мной это не пройдет. Сядь, оденься, а то выгоню. Подвигайтесь. Сейчас я в этом классе буду тебе снова объяснять, еще как-то особенно. Сядь, сказала. И смотри. Когда я говорю кому-то одному, это значит всем. Мне бы хотелось, чтобы в конце года никого из вас не отчислили. Вот давайте вместе захотим и так сделаем. Ясно? Мне не хочется никого отчислять. Я с удовольствием буду учить вас всех. Оптом класс большой. Но внимание должно быть главным. За что я выбрала-то? Барышню. Раз сказала, два сказала, три сказала. Вставай. Давай. И еще раз за нее внимание выгоню. А почему? А потому что тебе одно я буду говорить, остальные будут все слушать-то. Надо слушать общие замечания. Понятно? Бегом. Заревешь на неделю, выгоню. Я что, тебя ударила? Я тебе сделала больно. А капризничать будешь с мамой. Ты местная? Вот когда поедешь к маме, и будешь капризничать с ней, и будешь рассказывать, ой, какой к нам пришел педагог, такой строгий, так все не так. Понятно? И поплачешь. Поехали. Можно? Можно?